Секретного полигона. Так. Это сетка для поиска клада. Я видео записываю. Да, сетка для поиска клада. Значит, максимальное удаление 40 метров дистанции. Почему сделано вот такую дистанцию? Ребят, можно не шуметь, потому что мы записываем для семинара, на потом YouTube положить. Выражение. И это тоже записываем. Пока времени исключить. Максимальное удаление 40 метров. Почему дистанция 40 метров? Пробовали, проводили эксперименты, давали человеку задание. Когда он опробовал на дистанцию больше и условно у него отказывало оборудование, и был он с одним регулятором, как многие делают, то есть у него одновентильный баллон, два регулятора основной и запасной, все нормально, только раз, да, и отказ работает в основной ступени первой ступени регулятора. Так вот, на дистанции до 40 метров, даже где на выдохе человек сделал, есть шанс его поднять, вытащить на поверхность. Если человек ушел на большую дистанцию, шансы с каждым метром уменьшаются профессиональные дистанции. И человек, который ушел на дистанцию 46 метров, взяли, пока мы его тащили, довольно интенсивно подбирали в майну, он уже успел сделать два вдоха из регулятора. Понятно, что если бы у него регулятор не работал, он бы уже сделал два вдоха, легкий заполнил бы водой. Что, естественно, не совсем правильно, не совсем приятно.